В Чувашии остается напряженная ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Достаточно неделю разобщить детей для того, чтобы прервать эпидемический процесс. Более 1300 учеников 15 школ республики не посещают занятия из-за карантина. Пресечение фактов коррупции и сокращение числа преступлений. Рост таких преступлений достиг 60%. Нами созданы специализированные подразделения по борьбе с такими преступлениями. Сегодня в РИО главы региона Олег Николаев провел совещание по обеспечению правопорядка. Внедрение технологий ЭКО в животноводстве. Мы учитываем УДО не только коровы-донор, но и ее предков. В Чебоксарском районе на свет появились телята, полученные методом трансплантации эмбрионов. Бесплатные обследования для мужчин. Вначале врачи общей практики, участковые терапевты проводят анкетирование и определяют группу здоровья. Как работает Центр мужского здоровья в поликлинике больницы скорой медицинской помощи. Об этих и других событиях четверга в прямом эфире программы «Вести Чебоксары». В студии вас приветствую я, Анжелика Артемьева. Сегодня в РИО главы республики назначил Сергея Яковлева исполняющим обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии. До сегодняшнего дня ведомством руководил Сергей Кудряшов. К другой теме. Сегодня для 9 китайцев, которые прибыли в Чувашию на работу, закончился период карантина. В целях профилактики коронавируса 2 недели они находились в изоляции под присмотром медиков и проходили необходимые лабораторные исследования. Кроме того, около 30 жителей республики, недавно вернувшихся из Китая, все еще остаются под наблюдением врачей. Ситуацию с профилактикой коронавируса сегодня прокомментировали в Роспотребнадзоре. Ни у граждан Китайской Народной Республики, ни у наших граждан никаких признаков заболевания не установлено. Но таковы правила, они должны проходить вот этот карантинные мероприятия в течение 14 дней. Это инкубационный период коронавирусной инфекции. Руководитель управления Роспотребнадзора также отметила, напряженной остается ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала года зарегистрировано свыше 38,5 тысяч случаев, больше половины заболевших – дети. Высокая заболеваемость зафиксирована в Чебоксарах и в Шумерле. Грипп лабораторно подтвержден у 181 заболевшего. В Чувашии особенно распространены два штамма вируса – H1N1-2009, который чаще вызывает пневмонию, и вирус Б. Он, как правило, провоцирует болезнь в затяжной форме. С начала февраля 4 школы республики были полностью закрыты на карантин. Сейчас учебный процесс частично приостановлен в 47 классах 15 учебных заведений. Из-за карантина более 1300 учеников из Чебоксарного, Чебоксарска, Канаша и Алатыря не посещают школы. Обычно приостанавливаются на неделю. Достаточно неделю разобщить детей для того, чтобы прервать эпидемический процесс. Сейчас в республике пик заболеваемости. Санитарные врачи рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий. В РИО главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о Высшем экономическом совете республики, который призван разработать основные предложения по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона и способствовать решению актуальных проблем экономической, финансовой, социальной политики. Курировать совет будет депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. Сегодня же руководитель региона Олег Николаев провел встречу в режиме видеоконференц-связи с главами администрации муниципалитетов республики на тему пресечения фактов коррупции и сокращения числа преступлений. В дом правительства пригласили и правоохранителей. 12,5 тысяч преступлений. Такую статистику прошлого года на заседании озвучил глава МВД по Чувашии. При сокращении числа изнасилований, грабежей, разбоев, кражей с автомобилей и квартир прямо противоположная тенденция со снятием денег с банковских карт бесконтактным способом. Пятая часть всех зарегистрированных преступлений связана именно с интернет-мошенничеством и звонками лжесотрудников различных учреждений жителям республики. Рост таких преступлений достиг 60%. Нами созданы специализированные подразделения по борьбе с такими преступлениями. Осуществлено более 70 выездов в командировки для установления и задержания преступников за пределами республики. В результате на 37% возросло количество раскрытых преступлений. 349 преступников привлечены к уголовной ответственности. Из них 102 жители других регионов. Вместе с тем, почти 2000 фактов остались нераскрытыми. У жителей республики похищено более 113 миллионов рублей.
Основная масса таких преступлений зарегистрирована в городе Чебоксары и в городе Новочебоксарск. Наибольший рост преступности наблюдается на территории Халаторского, Бурнарского, Красноармейского, Шумерлинского районов, Ленинского и Калининского, Московского районов, то есть практически всей территории города Чебоксары. По мнению Виктора Шметкова, и мошенничеств станет меньше, и раскрывать такого рода преступления будет проще, если сельчане станут более информированными в этом вопросе. С этим как раз могут помочь районные администрации – расклеивать листовки или раздавать их по домам. Прочим местным чиновникам стоит, по мнению собравшихся в Доме правительства, усилить еще и меры профилактики незаконного потребления наркотических средств, в том числе и финансово. В Валиковском и Бресенском, Шумерлинском районах и Алаторе, например, на эти цели в этом году выделяют по 5000 рублей. Это капля в море, так с наркоманией не борется, считает руководитель регионального МВД. Заслушали на заседании и самих глав администраций. На профилактику незаконного потребления оборота наркотиков 50 тысяч рублей запланировали и обеспечение общественного правопорядка 17 800 рублей. Мы все замечания, которые были сегодня озвучены, учли. И при уточнении бюджета, который состоится в марте месяце, дополнительные замечания еще внесем. Вопрос финансирования мероприятий по профилактике наркомании в районах обсудят еще и на ближайшем заседании Республиканской антинаркотической комиссии. Евгения Зиновьева, Михаил Солин, Вести, Чебоксары. Сегодня Госдума приняла закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки семей с детьми. В частности, предусматривается продление действия программы мат-капитала до конца 2026 года и его ежегодная индексация. Право на получение сертификатов появляется у семей, в которых с 1 января этого года родился первый ребенок. Им положено по 466 617 рублей. В тех семьях, где первый ребенок рождается в этом году, а второй ребенок после этой даты, значит, этим семьям будет предоставляться 150 тысяч рублей дополнительно. А в тех семьях, в которых рождаются вторые дети, как и прежде, будет предоставляться материнский капитал в размере 616 617 рублей, потому что они впервые пользуются этим правом. В документе большое внимание уделяется рассмотрению сроков выдачи сертификатов и заявления о распоряжении деньгами материнского капитала. Теперь оформление самого документа займет 5 дней, а период, в течение которого будет рассмотрено заявление об использовании средств мат-капитала – 10 вместо прежних 30. С сегодняшнего дня на территории деревни Кармалы Аликовского района установлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Ограничительные меры будут действовать в населенном пункте ближайшие 2 месяца, в том случае, если ветеринары не выявят новых случаев заболевания бешенством. На период карантина в Кармалах запрещено проводить выставки собак и кошек, выводить и натаскивать собак, отлавливать диких животных и торговать домашней живностью. Также за пределы неблагополучного района запрещено вывозить собак и кошек. Сейчас Госветслужба Чувашии разрабатывает план действий по ликвидации очага бешенства. А сейчас в эфире традиционная по четвергам рубрика «Вести. Дежурная часть». Здравствуйте, в эфире «Вести. Дежурная часть». В студии Егор Алексеев. На кону свобода. В Чебоксарах перед судом предстанут организаторы подпольных казино, одно из которых располагалось прямо в центре города. Игры закончились, когда в нелегальные заведения нагрянули оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью. Продолжит моя коллега Ольга Павлова. Заведение по улице композиторов Воробьевых в рекламе не нуждалось. Свои через своих шли к своим, чтобы в камерной обстановке сыграть в любимые игры. Двери были открыты, работал круглосуточно. То есть любой желающий мог попасть в данный игровой салон. Заходя, человек передавал деньги, вставлял денежные средства в купюроприемник, получал баллы, выбирал игровой автомат, садился. По такому же принципу работал и второй клуб по улице Привокзальной. Пока не закрылся одновременно с первым. День визита сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Обыски проводились синхронно, так как оперативники уже знали, что за обоими казино стоят одни и те же люди.
в сентябре 2018 года обвиняемый с целью организации и проведения незаконных азартных игр на территории Чувашской республики создал организованную преступную группу, в состав которой вошли он сам, его сожительница, знакомая и еще одна женщина. Казино работали под прикрытием проката игрового оборудования. Организаторы нелегального бизнеса полагали, что этот ловкий ход обманет основного соперника – правоохранительные органы. Азартные игры проводятся? Нет. Вы знаете, в чем вас подозревают? Нет, без понятия. Зато у оперативников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска Республиканского МВД имелось уже целое досье. Группа находилась под наблюдением несколько месяцев. Сотрудники полиции вели свою партию, выясняли роль каждого из участников, под видом обычных клиентов проводили так называемые проверочные закупки. Поэтому вопросы к посетителям игорных заведений, выбравших неудачный день для похода в казино, носили больше формальный характер. Здесь с какой целью находитесь? Для развлечения. Что именно входит в ваше развлечение? Азарт. Азарт приносил большие деньги, но в основном не игрокам, а организаторам незаконного бизнеса. По версии следствия, в период с октября 2018 по февраль 2019 года участники группы извлекли доход на сумму более 25 миллионов рублей. Опасаясь, что среди выручки могут оказаться помеченные сотрудниками полиции купюры, подозреваемые регулярно проводили ее через банк. Это было также задокументировано оперативниками. Пачки купюр были изъяты и в ходе обысков в обоих помещениях, в каждом из которых имелось по 30 посадочных мест. К материалам уголовного дела приобщено 57 игровых автоматов. Уголовное дело направлено в суд за организацию и проведение незаконной игорной деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, а также за легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Во время следствия четверо фигурантов находились под домашним арестом. Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде города Чебоксары. До календарной весны остается неделя, и еще не начал сходить снег, а на дорогах уже появились любители езды на мотоциклах. В Алатыре полицейские задержали местного жителя, который не только сел за руль железного коня пьяным, но еще и решил прокатить троих знакомых. Четверо людей ездят по встречной полосе на Непривычный для времени года мототранспорт с перегрузом заметил экипаж патрульно-постовой службы. Требование остановиться водитель оставил без внимания. На кадрах видно, как мотоцикл маневрирует среди машин и лихо проскакивает на красный сигнал светофора. Погоня заканчивается задержанием. Однако молодые люди не успокаиваются. Компания отказывается пройти в отдел полиции и начинает сопротивляться. Вам предложили. Давай, отдел, пойдем. Вам предложили. Уже не раз. Вам не раз уже сказали. Зайдемте в отдел. Я вас припровожу в отдел. Ребят. На троих нарушителей составлены административные материалы за появление на улице в нетрезвом виде и за невыполнение законных требований сотрудников полиции. 27-летнему водителю также грозит штраф за то, что тот сел за мотоцикл, не имея права управления им. Но сейчас понимаете, да, что... Все осознали, конечно. Что скрывать сейчас? В стенах МВД впервые прошла встреча депутатов Государственного совета и руководства министерства. Парламентарии напрямую задали вопросы главе МВД и увидели воочию, как раскрываются преступления с использованием современных технологий, продолжит Марина Сергеева. Центр управления нарядами – сердце полиции, откуда осуществляется координация всех наружных служб городской полиции. Взгляд на столицу через мощные камеры, расположенные в самых людных местах, поражает воображение, отмечает единогласно парламентарий. На сегодняшний день сюда выводится изображение с более 2300 камер видеонаблюдения, расположенных по всему городу. И это позволяет максимально быстро выявить и пресечь различные правонарушения. Депутаты познакомились и с работой дежурных сотрудников службы 02, которые за сутки принимают тысячи сообщений. Из республиканского бюджета, из бюджетов муниципальных образований выделяются большие средства. И вот наша цель депутатов – раз увидеть воочию, как же эти деньги, выделенные на обеспечение правопорядка, сегодня работают. И я уверен, и мое личное впечатление, что деньги на самом деле бюджетные, наши налогоплательщиков, работают. Кропотливая работа экспертов-криминалистов ДНК-лаборатории с микрочастицами биологического происхождения – это реальность, позволяющая доказать причастность человека к совершению преступления с точностью до 100%.
Мы сегодня видим достаточно серьезный подход Министерства внутренних дел к вопросам раскрываемости преступлений. И тому пример, как раз вот только что прошли по лаборатории определения ДНК путем анализов. Мы восхищены тем, что сегодня увидели, насколько высококвалифицированные кадры сегодня работают в Министерстве внутренних дел Чувашской Республики. Встреча парламентариев с главой МВД Республики прошла в конференц-зале административного здания министерства. Депутаты напрямую задавали вопросы, касающиеся профилактики бесконтактных хищений, обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Мы получили возможность сегодня, здесь и сейчас задать те вопросы, которые нас волнуют. И очень меня лично впечатлила компетентность министра во всех этих вопросах. Он тут же по существу ответил на эти вопросы. В завершении мероприятия депутаты посетили музей истории органов внутренних дел республики. В Чебоксарах прошли соревнования по лыжным гонкам среди правоохранительных структур республики. Силовики вышли на старт под единым флагом спортивного общества «Динамо». Кто оказался быстрее, выше, сильнее, узнаете далее. Товарищ министр внутренних дел по Чувашской республике, участники личного командного чемпионата МВД по Чувашской республике по лыжным гонкам, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования органов внутренних дел Чувашской республики, для торжественного открытия построены. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал! Вольно! Вольно! Чемпионат по лыжным гонкам физкультурно-спортивного общества «Динамо», объединяющего представителей всех правоохранительных структур, прошел в Чебоксарах на базе школы Олимпийского резерва номер 2. За титул лучших лыжников на снежной площадке соревновались более 100 сотрудников силовых ведомств республики. Желаю всем хороших стартов и лучших финальных цифр, к которым вы должны прийти. После небольшой разминки лыжники вышли на старт. Женщинам и ветеранам, участникам в категории до 55 и свыше 55 лет, предстояло преодолеть дистанцию в 2,5, а мужчинам в 5 километров. Александров, рви! 3. Как я тебя учил! 204. В командном первенстве чемпионата МВД уже не первый год подряд победу одерживают сотрудники отдельного батальона охраны и конвоирования. Службы в этом подразделении особенно требуют от сотрудников выносливости, считает 16-кратный чемпион МВД по лыжным гонкам Юрий Осипов. Майор полиции, кстати, и в этот раз показал лучшие результаты среди спортсменов возрастной категории свыше 40 лет. Погода позволяет быстро бегать. Ощущения отличные. Сколько вы занимаетесь? Столько живу, столько и занимаюсь. Если честно, лет 40, наверное, занимаюсь лыжами. Победителем чемпионата физкультурно-спортивного общества «Динамо» вот уже несколько лет подряд становится команда Министерства внутренних дел. Второе место у спортсменов службы судебных приставов. Замкнула тройку лидеров команда УФСИН. Это были все новости на сегодня. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе. Сегодня учителя Чувашии приняли участие в форуме «От пера до софта». Он прошел во Дворце культуры ЧГУ и собрал педагогов со всей республики. Как развивалось образование от дореволюционных времен до современности, можно было увидеть на выставке. Также были организованы площадки по инновационным направлениям обучения. Дореволюционное учебное заведение воссоздали преподаватели сельской школы Цивильского района. Парты, учебники конца 19 века, счеты, перья и чернильницы. И это далеко не все экспонаты. Настоящие раритеты бережно хранят в школьном музее в Первом Степаново. В самом селе осталось мало детей, их возят в Чурачевскую школу, но учат не забывать родную историю. Мы хотели показать, как раньше учились. Сейчас нынче молодежь ведь не знает, как учились. Все компьютер, новые технологии. А в Янтиковской средней школе ученики осваивают современные технологии 3D-моделирования, программирования. Это стало возможным благодаря проекту «Точка роста». На федеральные средства учебное заведение приобрело компьютеры, 3D-принтер, очки виртуальной реальности. Проект позволяет сельским школам не отставать в техническом плане от городских. Также для IT у нас присутствует кабинет, в котором есть много компьютеров, которые позволяют, то есть современных компьютеров, которые позволяют заниматься 3D-моделированием, дабы впоследствии становиться архитекторами.
Патефоны, электрофоны и радиоприемники демонстрировали посетителям ученики школы номер 59, советские проигрыватели из музея электромеханического колледжа. Там ребята проходят курсы по профобучению. Преподаватели уверены, знание техники прошлого им пригодится для понимания того, по какому пути идет прогресс. Также туда хожу для того, чтобы в будущем лучше и качественнее определить свою профессию. Для меня это очень важно, так как я интересуюсь сферой технологий и IT. На форуме побывал и в РИО главы Чувашии Олег Николаев. Он посмотрел выставку от пера до софта и отметил огромную значимость труда педагогов, а также наградил лучших представителей системы образования. Наталья Горова, Семен Антонов, Вести Чувашия. Чебоксарская ГЭС начала готовиться к половодью. Уже создана паводковая комиссия, задача которой – обеспечить надежную и безопасную работу ГЭС в период большой воды. До 1 апреля на предприятии необходимо провести проверку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, а также локальной системы оповещения населения. До наступления половодья должен завершиться ремонт основного и вспомогательного оборудования, чтобы в период пропуска паводковых вод мощности ГЭС использовались максимально эффективно. Отмечу, что сейчас из-за теплой погоды сохраняется повышенная приточность в водохранилище ГЭС Волжско-Камского каскада. По данным, на середину февраля она почти вдвое больше значений 2019 года. Почти год в поликлинике больницы скорой медицинской помощи работает Центр мужского здоровья. Насколько эффективны методы обследования и лечения, как можно записаться на прием, выясняла Татьяна Иванова. Центр мужского здоровья в поликлинике «Северная» является площадкой для реализации программы «Мужское здоровье». С конца 2018 года участковые врачи стали проводить анкетирование пациентов. Сейчас к проекту подключились врачи и сельских районов – Маргаушского, Ядринского, Аликовского, Красночитайского и Красноармейского. Вначале врачи общей практики, участковые терапевты проводят анкетирование и определяют группу здоровья. И вторая, третья группа здоровья должны они направить на консультации к врачам-урологам. В Центре мужского здоровья пациенты проходят комплексное бесплатное обследование. Комплексное ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы, общие клинические анализы, биохимические анализы, ПСА крови. Если лечение лекарствами не будет эффективным, то пациента направляют в стационар. С начала реализации проекта заполнили анкеты 8 тысяч человек. Обследовались и получили лечение 2 тысячи. У 33 пациентов был выявлен рак. Чтобы попасть на прием в Центр мужского здоровья, можно заполнить анкету и на сайте БСМП. Круг мужчин очень много, дома большие, район большой. Так что большое спасибо тем, кто старался открыть этот кабинет. Обследование мужских репродуктивных органов безопасно и безболезненно. Например, урофлуометрия по скорости выведения мочи и объему может определить целый ряд урологических заболеваний. В Чебоксарах пока работают два центра мужского здоровья – в поликлинике БСМП и в ГКБ номер 1. В ближайшее время откроются еще три, в том числе и в Новочебоксарске. Татьяна Иванова, Екатерина Янгалакова, Вести Чебоксары. Это вся информация выпуска. До свидания. Thank you.